С вами Алена Полынь. Сегодня мы будем говорить о том, что ждет тот или иной знак зодиака в следующем 2023 году. Сразу хочу обратить ваше внимание, что все равно это не индивидуальное предсказание, потому что знак зодиака, который вы знаете о себе, да, то, что вы знаете о себе, свой знак зодиака знает каждый, имеет много очень нюансов. Кто так или иначе интересовался астрологией, знает, что там высчитывается вплоть до минуты рождения, да? Все очень четко просчитывается, поэтому прямо максимально со 100% результатом сделать предсказание для всех сразу невозможно. Но какие-то моменты для себя, если это о вашем знаке зодиака, вы можете подчерпнуть, да? Сегодня мы будем, это будет, так скажем, серия видео, и сегодня мы будем говорить про Овна. Что ждет знак зодиака Овен в 2023 году? Точнее, ждет не конкретно знак зодиака, а человека, рожденного под этим знаком зодиака. Я беру колоду карт 111. Сейчас вам ее покажу. Это вот такая колода. 111 карт Таро, классическая колода моя. Значит, сейчас мы будем смотреть с вами, еще раз напоминаю, что ждет знак Овна, человек, рожденный под знаком Овна, в 2023 году. Сразу хочу сказать, что знак Овна – это в символизме весна. Такая уже горячая, жаркая весна, пробуждение, желание, такой страсть уже, когда у животных начинается тоже период, да, так скажем, спаривания. Если мы с вами визуально, образно, да, представим знак Овна, это, конечно, такой, знаете, жгучий красный перец. И здесь бы я обратила ваше внимание на то, что вы можете усилить возможности свои, да, если вы в знаке Овна, тем, что будете носить красную одежду, то, что, ну, употреблять в пищу то, что острое, жгучее, да, вот такого плана, усиливайте свой знак. Овен – это первый знак зодиака, знак, символизирующий, так скажем, движение, яркость, огонь, такое вот страстное отношение к жизни во всем, да, в работе, в любви, в деньгах. Ну что, Овны, это тогда значит для вас предсказание, что ждет Овну в 2023 году. Я покажу карты потом поближе, и мы с вами их обсудим. Итак, влияние 23-го года на Овнов. По первой карте силы мы видим, и по вот этой карте последующей, да, потому что здесь лучше все-таки сразу три трактовать. Сейчас, подползет она ко мне. Значит, здесь стоит обратить внимание на то, что вот по трем этим картам, очевидно, видно, что Овен будет рисковать, а риск здесь неуместен. В 2023 году риск однозначно неуместен. Вести себя как ребенок, рисковать, подтачивать свои силы, и из-за этого по второй карте мы видим терять пути, точно не стоит. Также Овнов ждет опасность. Опасность со стороны довольно близких людей, приближенных людей, да, так скажем, кого вы можете считать там близкими, родственниками или друзьями. Оберегайтесь от них. Какой совет я могу... Такое предсказание, достаточно опасный год для вас. Какой совет я могу дать? Обязательно ставить защиту. Максимально сильную защиту. Для Овнов самой лучшей защитой является мешочки с чем-то острым, тот же перец, да, например, если они правильно заговоренные, можете всегда обратиться, можно вам сделать такой мешочек. Острые предметы и то, что в амулетах символизирует такую остроту. Мечи, например, да? Вот, клыки и так далее. Это вот все тема Овнов. Увидимся!